Привет, с вами снова я, на этом месте, на этом дне. Я хотела бы поговорить вам о блюдах, как я люблю есть. Обычно я люблю готовить десерты, ну или салаты, больше ничего. Десерт я раз, помню, приготовила трио и сердце. Я обожаю просто десерты, которые надо украшать, которые надо ложить какими-то там формами. Очень это люблю. И я раз приготовила с бабушкой десерт трио. Конечно, это было по нашим ингредиентам. Мы сами это изготовили, но было очень вкусно. И мне понравилось. Еще я готовила сердечко. Сердечко очень классное, банановое лакомство. Ну, короче, было куча. Известный десерт трио. Ой, как я его обожаю. Если вы хотите, если вы не знаете, что это такое, какой это десерт, то можете найти это в интернете обязательно это. Еще есть сердце. Ну, я даже не знаю, я его искала не в интернете, когда смотрела званый ужин, как его готовили. Это было просто супер, мне так понравилось. Очень форма сердечка и такой классный десерт. Я его приготовила, и мне он очень понравился. Ну, еще множество каких я пробовала, каких я ела, торты всякие, там, ну, еще я могу вам сюда, на этот экран, вам, чтобы посмотрели. Я есть такой рецепт будет, я не знаю, какой он, я его тоже готовила. Я его готовила, так кажется, или десерт, я честно не помню, просто нашла этот рецепт именно на фотографии в интернете, я уже не помню. Мы готовили давно с мамой, когда мне было 6 лет или 5, не помню, это десерт или салат. Ну, короче, я вам просто это, ну, так я люблю очень есть вкусное, и так люблю очень сильно готовить. Ну, если тут получится, то я вам покажу, как выглядит вообще трио. Трио – это творожный такой десерт с желатином. Ну, он очень вкусный, не могу вам рассказать, что там точно входит, но могу вам рассказать. Там входит творог, сметана, сахар.